смотрите, ребята, опять собака за рулем, короче. Уже не первый раз вижу. Бульдог какой-то. Оба. Зеванул. Компания Creed Carrier в данный момент нанимает животных любого типа на дальнобой, ребята. Так что... Так, друзья, время заправочки. Заехали мы в Охайо. Сейчас я заправлюсь тут на Флэнджеке. Через 20 минут у меня пикап. Забираем 2001 года Toyota Tundra. Toyota Tundra. Немного перегружаемся и едем дальше. Как ожидалось, солярка здесь уже у нас подешевле немножко, по 2,50, по 2,50 кредит, нормально. Там я на $250 в Пенсильвании заправился аж по 2,80, это очень дорого, очень дорого. Тут более-менее 30 копеек скидка. Все равно как бы дороговато, но лучше, чем по 2 с лишним. Чем по 3 почти. Сейчас нормальненько, прохладно. Мухи не летают, стеклышко чистенькое. Не надо так часто его мыть. Так, идем заправлять. Так, ну что, заправляем здесь полные баки. Чтобы нам уже максимально доехать. Сейчас, в общем, по планам у меня вот этого вот зверя развернуть и поставить вот сюда. А сюда мы поставим Toyota Tundra. Я думаю, что она у нас поместится нормально по высоте. Живые наши были колеса. Эти, ребята, новые досочки нарезал. Вот такая ситуация, когда спускаешься с трейлера, вот за эти вещи, за вот эти вот, бывает, глушаком цепляются машины. Если сильно низкие, то я поставляю сюда досочку и потихонечку съезжаем нормально. Все, мы в Колумбусе, ребята, все забираем тундряку, подъехали, тут хозяин не может встретиться, короче, подъезда к нему нету, один выход, где-то парковаться, да, и идти пешком, ну пешком где-то идти минут 10, наверное, и, он на работе, жена там с ребенком, короче, такие ситуации бывают, что клиент просто, ну, невозможно встретиться, надо подъезжать вот прям к дому. А на траке нереально к дому подъехать, там у них апартменты. Засада, проблема, короче. Сейчас буду искать паркинг, парковаться и пешочком прогуливаться, забирать машину. Ну, думаю, что все нормально будет. Погода хорошая, все четко. Поедем.
какая здесь заброшенная плаза. Вот такая вот парковочка. Друзья, смотрите, как нам повезло. Неимоверно просто. Тут пару пацанов уже стоят на фурах. И я запарковался. Сейчас, наверное, прямо здесь я перекидаю всю машину. Поставлю точно так, как буду сбрасывать. Здесь есть место и удобство. Просто шикарно. А вон там дальше, смотрю, Starbucks есть. Потом зайдем в Starbucks, возьмем кофейка. А, для пота. Шагаю тут, шагаю. Смотрите, ребята, что тут сидит. Вау! Вагая цапля. Короче, по вот таким полям чешем помаленьку в сторону адреса. Как я и предугадал, где-то 10 минут ходьбы. Но это же не помешает, правильно? Нашему здоровью. Дошел. Наконец-таки. Вот она машина. Вот они ключики. Вот так вот надо угонять машины. Все, и нас тут нету. Вот такая вот тундра, 200, смотрю, уже пробег на ней, 222 тысячи. Тойота, что значит Тойота, да? Ребята, аппарат хороший. Вот видите, какая тут плаза. Была когда-то торговый центр здесь, походу. Вот тут даже автобусная остановка еще осталась, представьте. Вот. Сейчас тут пустует. Бизнес, видно, не пошел. Все так. Всю зелень повырубали, здание посносили. Стоит оно, кукует, ждет своего нового хозяина. Стоило бы оно дешево, можно было выкупить этот паркинг. Сделать хороший трак-стап здесь. Вообще просто шикарно. Вот они мы. Поставим его на солнышко, сделаем фотографии, инспекцию. И будем грузиться. Смотрите, какая Toyota. Toyota Tundra. Что-то я когда ехал, я ее представлял новой, большой. Потом смотрю, 2001 год, думаю, о, красота. Это же небольшой пикапчик. Мне как раз то, что надо. Салон, видите, какое нормальное состояние для 2001 года. Хорошая машина. Куча хлама валяется, конечно, видно, переезжает человек. Двери вот так на распашку открываются у нее. Видите? Бац. Бац. Так. Достаточно хороший пикап-трачок. Мне кажется, если его немножко поделать, он будет еще ездить и ездить. Чисто так, знаете, кто живет немного в пригороде, это идеальный вариант. Зацепить за него трейлер, потаскать что-нибудь рабочий такой. Сюда можно поставить внутрь мотоциклы, косилки, да что хочешь. Паркопан стоит. Very good. Все, ребят, работаем. Ну что, друзья, начинаем работать. Разгружаем трейлерочек. Сейчас я посмотрю, какие туда машины идут. Потихонечку будем доставать ключики и разгружаться.
они все мои красавцы. Ребята. Mazda CX-5, Chevrolet Camaro. Camaro, как еще его называют. 1967 года. Машины едут, заводятся более-менее. Вот такой вот салон красивый, красный, оригинал, хозяин говорит. Запчасти. Вот еще один экземпляр, Dodge Magnum, 2006 год. Весь такой на фарше. С такими вот красивыми колесами, тормоза Brembo. Мотор, конечно же, Hemi. 6,1 литр, настоящий Hemi. Ну и по салону он просто тоже неплох. Старенький, но состояние у него хорошее. Вот такой вот салончик. Автомат. Автоматическая коробка передач. Вот этот мне звук, конечно, просто очень нравится. Дальше у нас идет Ford Bronco. Ford Bronco 1993 года. Такой вот антикварик. Все эти машины, кстати, проданы хозяевами, клиентам на юге. Вот это, вот это, Camaro тоже. Вот это все машинки такие. Как говорится, везем клиентам, которые их купили. Это вообще Ford, он очень чистый. Вот реально, как в новом состоянии, ребят. В основном такого года все потресканное. Все такое, знаете, зашмаленное. А это, ну, в нулевом состоянии, можно так сказать. Даже руль не потертый. Смотрите, как классно смотрится. Вообще кнопочки все новые, даже не стерто ничего. Ford Bronco. Полный привет. Chevrolet Nova. Новый Chevrolet 1975 года. В таком вот необычном цвете, зеленом, светло-зеленом, кастом. American Muscle. Хороший, красивый салон тоже. В очень идеальном состоянии. Очень классный аппарат. Крыша кожаная. Реально кожаная крыша обшита. Вот стычес. Да. Как хозяевам, только не жалко продавать такие аппараты, когда они на них лет 20 так отъездили. Или больше. Да, вот иногда перевозим вот такие вот аппараты. Кто-то погонял на ней уже по грязюке. Это вчера хозяин, наверное, по полю грузили мы в таком месте. По темному. Вот он, Mercedes Convertible Drop Top. Хороший Мерсик CLS. Как бы цешка. Купе. Кабриолет. Вот. И Toyota Tundra. Вон она у меня. Toyota Tundra. Tundra! В общем, старенькая Tundra. Я ее последнюю забрал только что. Я ее забрал. Вот она. Машина. Конечно, дрова старые, прокуренная вся, но тем не менее. Вот такой вот у меня груз на сегодня. Идет половина из этих машин Арканзас, половина в Техас. Даже что-то идет в Луизиану, Mazda, если я не ошибаюсь. Ну вот так вот, ребята. Сейчас, короче, что я здесь делаю? Я перегружаюсь. По полной, полностью перекидываю трейлер, ставлю машины так, как мне надо, по порядочку, чтобы они скинулись, чтобы не надо было потом перекидывать все это постоянно. Ну, вы уже видели, я думаю, такое. В общем, сейчас буду ставить первый бронко. За бронко ставлю я в Хьюстон. У нас идет вот эта машина. Длинные, конечно, тачки наверх, но не знаю, попробуем. Вот.
потом Magnum, потом Mazda. Пойдет Magnum, длиннющий, конечно, и Mazda. Я попробую их поместить, машины достаточно длинные, но я их попробую вместить. Ладно, смотрим, грузимся. Сейчас будем загонять зверя задом. Он у нас второй скидывается в Арканзасе. Так, нормально. По ширине проходит. Немножко вправо можно взять. Вот и все, ребятки, загрузились. Смотрите, каким грузом. Вот он, здесь мой груз. Теперь очень легко будет мне скинуть эти машины. Прям по порядочку, смотрите. Первый Mercedes, второй Camaro, третий Mazda, четвертая Tundra, пятая, шестая и седьмая. Вот когда вот так машины ставишь, очень-очень легко работать. Практически не надо напрягаться. Сейчас вяжем вот эти две машинки и выдвигаемся в сторону Арканзаса. Наша работа на сегодня физическая окончена. Будем ехать. Все, запаковали. Готовы к выезду. Все завязано. Все четко.
этот Форд Бранко, он у нас самый последний будет скидываться вместе с новой Chevrolet Nova. Все поместилось отлично просто. Сейчас главное благополучно доехать и доставить груз клиентам. Поехали, товарищи. Уже скоро потемнеет. Уже скоро потемнеет, а мне надо еще проехать. Часов. Я думаю, нормально. Проедем до 12. Помаленечку. Всем удачной дороги, те, кто путешествует. Вот. Немножко под горку все это дело. Так,
над озером стоял. Интересно, испарение сильное, наверное. Подбитый Кеша едет. Крыла нету, ободранный. Везет, смотрите, на девятке конкретные рачки. Вот какие тут домики возят на юге. Оверсайз. Полдома везут один трак, полдома другой. Потом их только вместе. Класс. И получается один большой дом. У нас на севере это вроде как не распространенно, или даже нельзя такого делать, не знаю. А на юге везде едет себе так. Заказал модель, тебе построили, готовы привезли, собрали конструктор, живи себе. Широченно он, конечно, капитально. Едет по обочине. Старая его такая Volvo везет, конкретно старая, причем. Наверное, только по югу ездит. Вот получается вторая половинка. Вон он идет первый. А вот она идет, вторая половина дома. С сопровождением. Работают люди. Компания из Алабамы по сайнам. Куча проводов. Да, круто. Этот вообще пленку забиты. Кстати, тоже Volvo идет. Вольвуха 630-я. Кстати, мы движемся по штату Арканзас. Слушайте, вон еще один. Кто-то поназаказал себе домиков. Конечно, домик сильно его не назовешь. Халабуда такая. Очень простая. Но все же. Сюда никак этот трак KLLM не обгонит этих ребят, прется, только мешается на дороге. Уже бы даванул бы газу, то обошел бы нормально. А он тут создает аварийную ситуацию. Видите, этот левый трак не хочет ехать. Спидлимит 70, все идут чуть меньше. GPS 67 идет. Давай, родной, дави. Дави на газулю, обгоняй давай уже, едет он. Вот такая таконка с запасными колесами в багажнике. С линейкой высоту мерить. С антенной такой. Видите, тут уже другой дом. Тут уже... А может, это переезжает кто-то, ребята? Там на старый похож какой-то. Что-то какой-то старенький. Сайдинг. Обшивка другая понаружу, хотя нет, деревянная вроде, свеженькая. И тоже старый вольвешник, ребята, смотрите. Красивые вольвы. Видите, им тоже надо перестраиваться, когда на дороге с краю стоят машины. Ремонтируются. Оплачивается эта работа или нет? Постоянно возить оверсайзы и габаритные грузы. У них такие интересные траки. Они
сзади платформу, куда можно загонять машину свою персональную личную. Я так предполагаю, что они по всей Америке ездят. Если груза, например, нету, туда, куда они привезли вот этот груз, они просто ставят свою личную машину, наверное, в трак и переезжают уже пустым в другое место. Вот видим, вторая половина дома, тоже Volvo. Короче, все пацаны на Volvo катаются. 630-е старенькие вольвешники делают работу. Смотрите, что тут происходит, ребята. Рядом со мной едет дом. Я не знаю, куда этот бедолага рвется, но он пытается тут всех обогнать со своим оверсайзом. Я не понимаю, зачем. Вообще безопасности ноль, какой-то неадекватный чувак залез на мою линию. А машина спереди, она не дает ему обогнать. Потому что спереди трак едет тоже. Смотрите, залазит просто на мою линию. Вообще инвалид. С такими грузами надо ездить потихонечку. И в правой линии они обгоняют. Мозгов, конечно, у него как у ракушки. Если честно. Да и что он делает? Сейчас цепанет кого-то. И эскорт сзади едет, кстати, егошний. Наверное, да, нать пытается кого-то, не могу понять. А вот он эскорт. Сзади через две машины. Спешат, походу. А сзади, ребят, летит скорая. Скорая нужна левая линия. Может, он поэтому втапливает. Ребятки, я скинул машину. Смотрите, что мне, как говорится, подогнали. Бабушка, кому я давал машину, сделала, говорит, я тебе, говорит, ланч сделала. Дала сэндвичи, бананчик, чипсы, водичку. Представьте, да? Вот это клиенты. Супер. Сейчас покушаем. Друзья, первый аппарат скинул. Едем. Второй скидывает тут буквально часик-полтора, наверное, отсюда. Заехали в Техас. Официально находимся в штате Техас. Наконец-таки я докатился. Скинул сегодня, ребята, по дороге 3 тачки. Уже успел. Вот. Буду скидывать 4 завтра. Если успею, конечно. Одна здесь в Далласе. Одна здесь в Далласе по-любому. Закину. Потом еду я на Сан-Антонио, там скину одну и на Хьюстон, остальные две. И все, ребята, я пустой. А в данный момент я уже нахожусь неподалеку от Далласа, вот мой лайкбук уже закончился, то я
заехал на Траксам уже на ночок. Так что день наш закончен, будем отдыхать, а завтра уже с новыми силами будем продолжать наш рабочий, как говорится, день. Надо заехать сюда аккуратненько. Пока вроде как место есть. Там кто его знает, будет что-нибудь еще или не будет. Так, что-то я тут кривовато зашел. Но я сейчас выровняюсь. Сейчас мне лупасит никого. С этими оверсайзами. Домика.